Ребятки, всем салют, всем здорово. CS Condition Zero, продолжаем выносить террористов в пух и прах. Следующая карта Тайц. Ну что, чистота, чистота Тайц. Так, одного чувачка мы можем выбрать, но лучше пусть он будет смелый, но безбашенный, ладно. Смелый и безбашенный, чем, вернее, трусливый и, короче, будет сидеть в засаде. Как тот хрен, который сзади, да? Ладно. 6 чуваков убить, шотганом одного и выиграть раунд меньше, чем за 75 секунд. Ну что ж, окей. Будем, как говорится, пытаться. Затащить так одного. В смысле, two. А, осталось два. Я думал, всего трое. Нет, их раз, два, три, четыре, пять. 5 на 6. Блядь, когда вы успели, твари. Блин, я вот забыл уже эту карту. Надо вспоминать. Я очень многие карты здесь тупо не знаю, ребят. Тупо не знаю и придется вспоминать. А изучать карту я, к сожалению, могу только, когда я мертвый. Прикрываем, ребятки, прикрываем. Прикрывай. А, все, все дохлые, хорошо. Да сделал я, сделал. Че вы так нервничаете? И по инерции я нажал F6, ребят. Сука. Гены пальцем не задушишь. Условные рефлексы иногда тоже. В данном случае. Блин, F6 я нажал. Ну вы поняли, да? Что это значит? Quick save, конечно же, которого здесь нет. Это не про CS, конечно. Это может быть про Half-Life, это может быть про Сталкера. Это может быть про Skyrim, про что угодно. Про Fallout, но никак не про CS. Что касается таких игр, как CS GTA там, то мы не знаем, что такое F6. Так, 6 чуваков и шотгана в одного. Я думаю, что пора брать шотган. Magnum, Killing Command. Так, а шотган это у нас что вообще, блядь? Pistol. Submachine. Что-то я вообще не врублюсь. Cartoon. Scout, Marvick, Carbine. Команда, Sniper Rifle. Вот он, ёперный театр. А они что, меня типа ожидали, да? Я думал, раунд уже давно начался. А тут оказывается, вон оно что. Ну ладно. Так, давайте пойдем сюда. Как обычно. Кстати, одного уже расхерачили в пух и прах. Ну все. У него говно, конечно же. Блять, почему они калаши не берут? Вроде уже медиум. Вот это они меня. Вот это они меня вынесли, ребятки. That was hard. Даже не close, это да. Это уже случилось, так что ни хера не close. Катина, он же сейчас заложит бомбу. Морис Кенни. Морис Кенни. Блять, я их раз, два, четверо, да? Не, наши не вытянут. Если, конечно, вытянут. А, я все равно миссию не выполню, ребят. Потому что я не выполнил. Короче, мне еще одного надо было. Два раунда придется тащить еще, ребят. Да, все. Наши уже все готовченко. Так, вроде фрагов 8, а 6 врагов, типа. А убил всего 5.
Почему 8? А, за бомбу дали еще 3. Я ж ее задефьюзил. Ну или обезвредил, как правильно сказать. Бомбу. Тогда вопросов больше не имею. Так. Мне. Блять. Так, на Б сюда. Сейчас, если я их унесу и обезврежусь бомбу. Сучонок, иди сюда. Тянет, тянет. Тянет. Ёлки-палки. Они ее не здесь спрятали, да? Вот это я лошара. Ребят, я реально что-то так и не понял, где бомба стоит. Они ее так заложили, что я реально не понял, где она. Так, вот это место, да? Ну и где? Так, они готовы. Они готовы практически все. Вот так бы сразу. Так, надо последний тащить, ребят. Надо тащить. Надо. Надо полюбасику. Так, надо купить чуть-чуть магазина. Купить магазина. А, вот. Походу я их сейчас сделаю, ребят. Ты посмотри на него. Вот и все, ребятки. Вот и все.